Здравствуйте. Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Mercedes-Benz E-класса W212 2010 года выпуска. Объем двигателя 3,5 литра, 272 977. Крышка и масса заливная, горловина чистая. Нагара и эмульсии нет. Первый цилиндр. Второй цилиндр. Третий цилиндр. Четвертый цилиндр. Пятый цилиндр. Шестой цилиндр. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.